Девочки, представляю, любимый Василек, платье-халат, Моника. Девочки, обалденный, обалденный. Я других слов сказать не могу, кроме как шикардосик и обалденно. Если это хорошо, то это хорошо. Отрезное по талии, на сборочке. Шикарные карманы, глубокие, ключики положили, соседочки пошли, телефончик положили, в гости на вечерочек. Девочки, 52 размер, оверсайз, отделан, девочки, шитьем. Моника просто великолепно, просто великолепно. Смотрите, как горловинка, все вот это. Вот все-таки вот белый цвет хоть немножко. Добавили шитья кружавчиков, и уже сама вещь, девочки, смотрится совсем по-другому. Смотрится просто обалденно. Правда ведь? 52 размер. Значит, больших размеров, наверное, не было, девчонки. Наверное, не было больших размеров. Оно свободное. Рукав свободненький, видите как? Я чувствую себя прямо великолепно в нем. 52 размер. Так, девочки, ну-ка посмотрим. Точно 52? Платье Моника. Платье-халат Моника, голубой, цветы. 52 размер, 1711 рублей. Девочки, если еще есть, просто рекомендую. Просто рекомендую, просто бомбита, просто. Вот таких халатов надо нашить. Надо нашить, надо уже эти платья Ялту убрать разных расцветок. Нужно нашить прямо вот с таким шитьем, любимому Васильку нашить вот таких платьев-халатов. Я думаю, что просто будет писк продаж. Наверное, не было девочки большого размера. Или размерная сетка. Я посмотрела по размерной сетке, что мне подойдет и 52. Девочки, смотрим размерную сетку. Себя обмеряем и по размерной сетке заказываем на размерчик больше. Так, следующая модель. Девочки, офигительный костюм с бриджами. Полоса за 1596 рублей. Покажу сейчас полный рост. Просто бомбический, девочки. Просто бомбический. Свободная туничка. Завязочки по бокам. Бриджи, девочки, на резинке. Так, завяжу. Немножко можно будет сделать сборочку по низу. Вот так немножко собрать можно будет. Оно будет поинтереснее и будет болтаться завязки по бокам. Смотрите, какой. Скроем по косой. Видите, полоска, низ горох, карман и бриджи на резинке. Девочки, свободные, с карманами. И еще, смотрите, еще и здесь, девочки, карманы сделаны. Смотрите, какой интересный, девочки. Очень интересный комплект, домашний, да и можно, да в нем на выход можно по Анапе щеголять. Девочки, просто бомба. А цвет какой интересный. Смотрите, отделано горохом. Сзади вот так смотрится. И бриджи хорошие. Ткань легкая, такая, знаете, не химозная, девочки. Иногда бывает, что в такой степени, не знаю, где-то какой-то, какая-то ткань была, рисунок был прямо вот как кол стоял. А это легонький, легонький костюмчик. Очень мне нравится. Так, нам надо сменить дислокацию, девочки. Я сейчас пойду в коридор. Мне надо, чтобы я себя смотрела в это, видела в зеркало. Девочки, ну костюм бомбический, просто бомбический. Просто бомбита. Такие вот трикотажные свободные штанишки здесь. Карманы на резинке. Резинка, девочки, плотненькая. Такая, несколько рядов. Свободный трикотаж, легкий. Хоть дома, девочки, хоть на выход. Смотрите. $1596, девочки, рекомендую. Девочки, представляю, прямо специально заказала для тех, кто любит
тунички с бриджами. 56 размер. Костюм Вероника. Вот такая туничка удлиненная. И бриджи. Ну, вы знаете, что бриджи мне надо 50-52 размер, потому что эти мне прямо свободные. А девочкам хорошо будет на 56 размер, у кого вот, ну, ножки не такие, как у меня, худые. Будет прямо смотреться очень хорошо. Вот такая туничка. Костюм Вероника. 1000. Вероничка. Синий. 1018 рублей, девочки. Специально заказываю подешевле все вам. Вот, чтобы не очень дорого было. Смотрится хорошо здесь. Смотрите, как вырез хорошо. Здесь зажимчики, защипчики, складочки. Свободный рукавчик. Смотрится красиво. И самое главное, что вы потом эти бриджи можете носить с другими футболками. И у вас получится прямо комплекты от любимого Василька. Хорошие бриджи с карманами, девочки, на резинке. Резинка плотненькая, свободненько сидят в этом месте. Вот такой костюмчик. Ну, вы знаете, что кто-то скажет вам хорошо такой размер. Вот, а я говорю, что мне надо немножечко... Ну, что я не люблю, что когда брюки, вот там мне брюки, бриджи вот в этом месте болтаются. Не надо, чтобы они были во плекончик. Оно и смотрится получше. Видите? Сразу. Сразу. Сексуально, девочки, новое слово. Маргинально-сексуально. Девочки, представляю. Костюм с лосинами. Идеально подошел на мой рост. 1,64 м, 122 м. 102, 116, девочки, обманываю. 116, 122, идеально. Или тут 122, здесь 116. Ну, в общем, как-то так, девочки. 1287 рублей. 100% хлопок, немножко добавили на лайкеры, чуть-чуть он тянется. Шикарный костюм, девочки. Шикарный костюм. Это 56 размер. Единственное, у меня тут висит все. И мне надо, хочется вот так подтянуть и хочется вот так загнуть. Потому что я всегда беру низкую посадку. Высокая посадка мне не идет. Мне всегда приходится загибать. Ну вот так вот смотрится костюмчик. Нарядно, да, девочки? Нарядненько. Интересная такая полоса. Все хорошо отстрочено. Девочки, любимый Василек, товар весь получил маркировку. Это значит, что товар сертифицированный, высочайшего качества. Не надо там писать после первой стирки на один раз и все остальное. Люди носят годами, месяцами с удовольствием. Уж я вам рекламирую, я дома хожу только в любимом Васильке. Сплю на любимом Васильке, укрываюсь любимым Васильком. Девочки, ну у меня все, Василек, все. Вся страна в любимом Васильке. О чем еще говорить? Вот такой костюмчик, девочки. Интересный, да? Интересненький. Такой симпатичный. Симпатичный. Как я смотрюсь на этой кухне, девочки, в любимом Васильке? Просто превосходно. Ах, Лена, Лена! Необыкновенно, с минералки скинет крышечку рукой. Ах, Лена, Лена, най-на-на-на-на-на, на-на-на-на-на-на-на-най, постой. Ах, Лена, Лена. Ой, девочки, хороший комплект, понравился мне. Понравился в обтяжечку, как я люблю. Единственное, что вот я немножко, даже можно на два раза. Вот все, вот тогда сели они. Вот тогда сели. А у кого здесь побольше, просто подтянется здесь и нормально будет все. Девочки, рекомендую. Девочки, в любимом Васильке очень большой выбор футболок. Это вот футболка Лимон Валерия, 56 размер. Можно было, девочки, 60, чтобы посвободнее. И вот бриджи как раз от предыдущего костюма просто идеально. Все. Меняем футболки, бриджи одни. Можно компенсировать это все. Вот куда вот девать? Куда?
кто там говорит, утягивающий билет, корректирующий вопрос, этот закрыт, даже не пишите мне. Вот, вы сами не знаете, что это такое корректирующее белье и с чем его носить. Я не собираюсь над собой издеваться ради того, чтобы сделать обзор. Как есть, так и показываю. Вот такие футболочки разных расцветок. Легонькая, тоненькая. Очень хорошо сделано, аккуратненько все. Девочки, рекомендую. 533 рубля. 533. Девочки, уже думала, что сегодня останемся без трэш-контента. Но нет. Майка женская за 402 рубля. Уж очень нравятся мне эти вишни. Но она мне маленькая, девочки. 52 размер. Я кое-как ее натянула. Как буду сейчас снимать, не знаю. Все обтянула, все мои деликатесы. Но она просто идеально подошла к этим бриджам. Просто идеально. Просто бомбита. Смотрите. Ну, гадство, ну нету. Ну, нету, вот 60-й бы размер. Даже 58 бы нормально было, да? И с бриджами просто. Я люблю, я обожаю, когда у меня открытые руки. Обожаю, девочки. Я не знаю, кто не любит. Напишите в комментариях, кто не любит, кому надо, чтобы все было закрыто везде. Я просто обожаю, когда у меня все открыто. Я сплю с открытыми плечами, девочки. Я дома хожу в этих коротких сарафанах от любимого Василька, только потому, что мне нигде ничего не мешает. Я сегодня Юле сказала, эти ромашки, халат ромашка, эконом-вариант. Обрежь мне, сначала сделали разрезы по бокам, девочки. Я потом говорю, нет, Юля, отрежь мне вот столько, чтобы ноги у меня были свободные, колени были свободны. И вот майка. Но она немножко разойдется еще. Разойдется, но... Девочки, ну впритык, впритык она мне, впритык. Ну все, кому-то достанется. Так, кому-то достанется. Видите? А так прямо шикарно, девчонки. А так прямо комплектик был бы шикарно. Так, туфельки мои, девочки. Достала опять туфли. Короче говоря, я это... новые, которые купила, розовые. Розовые с белыми бантиками. Я посмотрела, они на видео смотрятся херня. А вот эти смотрятся просто бомбито. И каблук здесь. Здесь все на месте. Здесь все на месте. Девочки, мы их ухайдакали на обзорах. Ухайдакали. Вы даже не представляете. Носы, девочки. Носы ухайдаканы. Все. Видите? Стерла, Лена. Стерла. Я их истаскала. Но ничего. У меня такие есть еще у Юли. У Ниночки есть. В Заре запаслись. В Заре мы запаслись, девочки. В Таиланде покупали в Заре. Так, ну что, вот и весь обзорчик наш. Сейчас покажу еще кое-что, девочки. Подождите минутку. Девочки, показываю платье домашнее за 918 рублей до 70-х размеров, по-моему, даже больше. Специально выписала. Специально показать вам домашнее платье с карманами, свободного покроя. Хороший трикотаж, приятный цвет. Я знаю, вы любите такие расцветочки. А я люблю, когда подешевле. Выписываю специально, чтобы вам показать, чтобы вы посмотрели, как это будет выглядеть. Дома всегда будете просто прекрасны. Вот такие платья, девочки, дешевенькие. Покупайте по два. Покупайте по два. И у вас всегда... Одно постирали, другое надели. И они всегда у вас будут хорошо смотреться. Не надо так, что купили и прямо носите, пока, знаете, до дыр вот в этом месте. Дырки. Все время почему-то дырки на бюстгальтере вот здесь вот. От бюстгальтера дырки. Смотрю, женщина идет, у нее прямо дыры вот здесь вот. Вот так вот дырки носит. Оно легкое становится, потому что трикотаж хороший. Стираешь, 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 и легонькое, и все вынашивается. В общем, девочки, красота. Красотишка. Ну, а я вот не люблю, когда длинные, видите. Я люблю, когда вот коротенькое, коротенькое платье. Вот так вот, чтобы не наши коленки были открыты. Чтобы я дышала вся, девочки.
Хорошее, да, платье? Рекомендую. Девочки, и еще одно платье представляю. Платье в горох. Трикотажное, вот такое. Интересного покроя. Низ, девочки, бохо. Платье бохо. Видите? Застрочено здесь все. И как ушки. Получаются как ушки. Платье бохо. Низ очень хорошо сел. И верх, в принципе. 1311 рублей. Платье в горох. Бохо. Вот эта вот полоса прямо скрадывает, да, все, девчонки? Кармашки. Неплохо. Неплохо, девочки. Трикотаж очень хороший, понравился мне. Мягкий-мягкий трикотаж. Очень хорошо сидит в нем, легко. Верх вот. Я люблю, когда верх садится вот так вот. Когда ты чувствуешь платье, когда, знаете, в нем не это... Ну, как в бочке получается. А здесь прямо ровненько, здесь все сел. Единственное, что по низу немножко расклешенное для меня. Вот, вот так мне надо, девочки, вот так. Я люблю вот так дома ходить. А так рекомендую, девочки. Хорошее платье, 1311 рублей. Прямо обалденно. Девочки, еще большой выбор бридж. Бридж женский Диана, 54 размер. Это я их, видимо, выписывала к тем футболкам, которые показала с другими бриджами. Так, бриджи. Сейчас скажу, сколько стоят. Бриджи женский Диана, хлопок с лайкрой. Хаки меланж, 54, 494 рубля. Вот, большой размер, большой размерный ряд, большой выбор. С лайкрой они тянутся хорошо. Девочки, плотно будут на вас сидеть. И такие есть с начесом, есть без начеса. Я уже показывала. Качество очень хорошее. 494 рубля. Девочки, рекомендую. И вот к таким бриджам просто подбираете. Или маечку подбираете, или футболочку. И у вас, или туничку. И у вас будет комплект. Экономно, девочки. Экономно, цивильно. Посмотрите, как смотрится. Очень хорошо платье смотрится. Очень хорошо. Любимый Василек радует. Сейчас покажу вам. Значит, достала вот этот эконом, девочки. Эконом из старых запасов. 157 рублей он стоил. Ромашка, обалденный. Эконом с кармашками, но было длинное. Я Юле сказала: Юля, сделай мне разрезы по бокам. Она сделала. Потом думаю, нет, Юль, отрежь мне спереди. Она отрезала. Я даже, девочки, я даже подшивать не буду, потому что не распускается ткань. Я стираю, она немножко снизу загибается, и все, в один рулик. И вот такой легонький сарафанчик дома ношу с удовольствием. А в любимом Васильке огромный выбор. Девочки, а в любимом Васильке огромный выбор. Женской одежды, детской, мужской, постельного белья, постельных принадлежностей. Все, что хотите на ваш цвет и вкус для дома, для дачи. Переходим по ссылочке, девочки. Заходим, выбираем, корзиночку бросаем, регистрируемся и оплачиваем. Все, любимый Василек, в течение 2-3 недель полностью заказ вам приходит. Обязательно заказывайте постельное белье, девочки. Обязательно запасайтесь. Не спите на постельном белье до дыр. Обязательно запасайтесь. Пусть у вас всегда будет запасик. Вот. Ну и в принципе, любимый Василек нас радует. Девочки, а также начала уже я подготовку к Новому году. Это, девочки, набор полотенец Рогожка. Новогоднее чудо. 3 штуки, стоит 267 рублей. Сейчас я открою и посмотрим. Девочки, посмотрим. Вот такие полотенца, нарядненькие, из Рогожки. Можно и на стол постелить. Да, девочки, интересные. Распродажа, распродажа. Девочки, это фирма Life Весна. 45 на 60, 100% хлопок. Но мне что-то кажется, что это, девочки, немножечко что-то есть. Там какая-то ниточка такая, что не будут отстирываться.
Вот такие интересные полотенца. Также салфетки у них, скатерти. Девочки, дорожки на стол. Ну, что только нету, шторы. Что еще у них там? Выбор полотенец вообще огромный, и кухонных, и домашних. Ой, и кухонных, и для умывания, для ванны полотенца. Производство Туркмении, Узбекистана. В общем, любимый Василек умеет радовать нас. Девочки, взяла вот таких 10 салфеток. По 42 рубля. Мягонькие. Хорошо впитывать будут. Вот такие салфеточки. Салфетки всегда в доме нужны. На столе, на кухне. Вот такие. Салфетка. Light Decor из рогожки. Пастораль. Серая кайма. Обработаны так вот салфеточки. Так что, девочки, заходим на любимый Василек, выбираем, смотрим, выписываем и наслаждаемся.